В Татарстане завершилась операция «Дети России». В рамках нее полицейские проверили около 700 рейдов в местах массового нахождения молодежи и на объектах транспорта. Выявили 32 подростка, употреблявших алкоголь. Двоих привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Наказывали и взрослых, угощавших несовершеннолетнего пивом. Также стражи порядка проверили кальянные. В одном из заведений клиентами оказались 5 подростков. С их родителями провели профилактическую беседу. За время операции в отношении одного несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело за его причастность к незаконному обороту наркотиков. Всего за период операции было проведено более 2000 профилактических мероприятий.